Всем доброе утро, хорошего настроения, чудесного дня. Немножко позитивчика с моей стороны. У меня расцвели прекраснейшие орхидеи. Посмотрите, какая красота. Название до сих пор я не узнала. Ну, в интернете не найдешь. Может, у кого-то есть такая же орхидея с названием «Пробиты на горшке», то напишите мне. Это у меня бабочка. Красавица. Знаете, как в сказке? Бабочка-красавица, скушайте варенье. Или вам не нравится наше угощение? Ей все нравится, все подходит, все у нее замечательно. Обалденная бабочка. Дальше. Спускаемся ниже. Здесь у меня формоза. Выпустила два цветочка. Листики такие несчастненькие, хиленькие, но сама по себе как минечка какая-то. Но два цветочка она смогла выкормить. Красивые, обалденные тоже бабочки. Очень красивые. Плотные цветочки такие. Мне очень нравится. Тут рядом было растение посажено в двойной горшок. Не очень удобно, так как оно, видите, напал у него... как он, не клещ, а вот это другое сосущее насекомое. Трипсик всеми знакомый. И поел молодые листики. Я думала, перейдет на это растение, но этому все нормально. Этот трипс ест только молодые листики, старые не ест. Спускаемся ниже. Здесь у меня фиалка красивочая. Расцвела тоже в двойном горшке. Вторая что-то не пошла, видите? А эта пошла. И смотрим здесь. Эта красота мне дала всего лишь один цветочек. Как ее зовут, я забыла. А, Diffusion. Это парфюмерная фабрика. Смотрите, какая красота. Она расцвела мне бабочкой. Вот будет второй цветочек. Она также, наверное, повредилась. Цветочные почки повыедал этот паразит мелкий. Вот растет новый листочек, все у него будет прекрасно. Еще сейчас вам покажу одно красивущую свою орхидейку, одно растение. Правда, у меня окно сейчас занято. Смотрите, рассада пошла, помидорчики посадила, тут перчик зашел. Вот хорошо, видите, как я его в бутылку посадил. Прикольно ему так растет. Здесь капусточка, надо уже пересаживать. Там наверху опять орхидейки. Здесь поставила лампы, они что-то сгорели, не светятся. Сейчас я вам показываю свою красоту. То, что я хотела вам показать. Смотрите, как расцвела. Вау! Сейчас как-то поставлю на окно, чтобы вам показать этот цветочек. Смотрите, как он красивый. Это трилипс. Три листика. Очень красиво. Тарина. На горшке была пропечатана тарина. Если она как-то по-другому у другого человека называется, не знаю. Так, она себя прекрасно чувствует, смотрите. В керамзите корни оплели полностью горшок. И она зацвела у меня второй раз домашним цветением. Цветонос насыщенный. Видите, много бутончиков пойдет. И растение себя прекрасно чувствует. Не могу вам показать четко, потому что как-то засвечивает камера. Сейчас поставлю в помидоры. Надо же красоту эту показать. Вот, я ее переставила в этот уголочек. Тут будет лучше видно. Видите, какой? Лепесточек этот открылся. Он с такими вот не защипчиками, а на концах такие штучки красивые. Не знаю, как они называются. Ну, очень красиво. А этот еще не открылся. Это только он вчера начал открываться. Вот второй распускается, видите? Она очень красивая. Это полосатость такая. Четко зеленая, малиновая. Очень красиво. А сегодня мы будем поговорим о другой орхидейке. Я хочу ее пересадить, так как она себя ужасно чувствует. Покажу вам сейчас эту орхидейку и пойдем на пересадочку. Начнем, девочки.
Красоту надо спасать. И мы это умеем и сделаем. Главное захотеть. Берем наш знаменитый поднос, которым я уже давно пользуюсь, и приступим. Смотрите, у меня здесь две орхидейки. Это Тайсука Кабальди. Тайсука Кабальд. Видите? Она вот пошла в рост. Я ее сейчас полила. Ей очень хорошо растется в керамзите. Она прекрасно себя чувствует. Ей все нравится. Нужно протереть листочки. Листочки я протираю вот прополиуса настойка и ватным диском. И у нее все хорошо, и блестят листочки, такие глянцевые, классные получаются листочки. Вот видите, чуть-чуть намочила. А еще мои орхидеи любят сильно, когда им протираю листочки водкой. Это вообще замечательно. Так, ничего сложного. Протерли с двух сторон. И видите, какой красивый глянцевый листочек получается. Ну, протирать я буду позже. Сейчас не об этом идет видео. Сегодня я хочу вам показать, как я буду пересаживать вот эту орхидейку. Эта орхидея у нас кристалл белый биглип. Она у меня росла, была на адаптации. Мне ее принесли. И посмотрите, какие у нее корни. Сейчас будем вытаскивать и спасать. Я же говорила, что орхидеи не сильно любят в коре расти. Они лучше любят в керамзите. Не знаю, по крайней мере, мои орхидеи. Посмотрите на эту корневую. Она мне абсолютно не нравится. Ни в каком состоянии она мне не нравится. Посмотрите, будем все вытрушивать, вынимать. Видите, все сыпется. Ну, орхидейки мощные, листики, все, ну, корневая практически вся пропала. Этот торфяной стаканчик внутри. Ну, смотрите, довели до орхидейку до такого состояния. Он, правда, подсох, я его подержала у себя, он высох весь, видите, не влажный, ничего. Но она себя плохо чувствует. Ей не очень хорошо. Как она будет цвести? Листья мощные, все, но цвести она как будет? Никак. Потому что нет корневой. Сейчас будем убирать вот этот вот пучок сухих корней и добиваться хорошего результата. И покажу, как я пересаживаю в керамзит. Керамзит я очень люблю. Листики бы ей тоже протереть бы хорошо. Видите, тоже трипсик ее погрыз. Ну ладно, протрем позже, потому что нужно сначала пересадить. Если я буду протирать, а при пересадке они заново опылятся и все это возобновится. Пока обтирать не буду. Чтобы пересадить орхидейку в таком состоянии, я не знаю, чтобы обрезать корневую, я не знаю, где тут хороший, где тут плохой. Тут можно все чикнуть и ставить на укоренение. Но вот видите, немножко есть зеленых корней. Для этого я ее сейчас замочу в водичке без удобрений. Наливаю воду. И корни покажут свое. Видите, чистой воды налила и погружаю сюда на несколько минут. Вот. Это я убираю, все это мне не нужно. В это я сажать не буду. Это все пойдет на улицу под гортензии. Гортензии любят. Я вокруг гортензии обсыпаю этой корой. И очень получается красиво. И немножко закисляется почва. А они любят окисленную почву. Сейчас вам покажу свою гортензию. Какую я новую приобрела. У меня есть и синяя, и розовая. Всякие. А вот такой у меня не было. Я вам покажу. Пока тут питается водичка. Смотрите, какая гортензия. Это уличное растение. Но можно выращивать его в горшочках. Но от сухости воздуха, видите, у нее
края листиков, ну так, видите, теряет красоту, декоративность, засыхают. Правда, я ее стараюсь обрызгивать все, но до весны выживет. Растение крепкое, мощное, до весны выживет. Я его посажу в землю, обсыплю вокруг этим субстратом, и будет красота. А сейчас приступим к нашей орхидейке. Уже думаю, она напиталась влаги немножко. Орхидейка уже напиталась у меня, можно уже приступать. Я ее достаю из водички и смотрим, что у нее тут позеленело, что не позеленело. Позеленело очень мало, но сейчас будем обработку производить. Смотрите, я беру перекись, обрабатываю вот так просто секатор и начинаю резать свою красоту орхидейку. Ну, как бы сказать, безжалостно, жалостно, но отрезать нужно все, что ей не нужно. Смотрим. Кто не хочет смотреть за тем, как я обрезаю, можете прокрутить ролик дальше. Смотрите, сухое, не нужно ему. Куда бросить? Сюда. Очень много тут обрезать придется. Можно было просто чикнуть и все. Этот низ полностью весь испорченный. Это. Да. Может, даже быстро произойдет все. Смотрите. Чик и все. Ай. Чик. Постараюсь побыстрее, конечно, чтобы ваше внимание не затягивать. Но как получится. Я побыстрее не могу. Орхидейки всегда должны постоять на карантине, чтобы не занести вредителей в свой дом с другой орхидейкой новокупленной. Лучше подержать ее в другом месте. Так как я была, занесла себе трипса, думаю, да, какой там карантин. Красивая орхидейка, цветущая, ничего ей нету. Что ей будет? Ничего, она здоровая. Ага, здоровая, нездоровая, не обработала. Поставила рядышком, все, занесла, трипсы полезли. Всю серединку у меня повыедали с моих растений. И все. И смотрю, что-то не лезут молодые листики, не лезут. А елки-палки, что ж за ерунда. А там, оказывается, оно все повыедало. Вот этот листик я уберу, тут под ней был цветонос. Видно вам? Вот этот. Убираю я вот так, режу пополам. Он маленький, это еще видно фласочный листик. Он очень маленький, зато будет куда растить корневой системе. Не очень много я убрала корней, но убрала. О, корешочек освободила. Сейчас вам покажу. Возле цветоноса. Смотрите, видите? Вот закрученный корешочек был под листиком. Я его освободила. Он теперь может пойти в рост. А вот этот сухой, я чуть-чуть чикну. Ого! Твердость какая. Еще может вот этот снять листик. Листика много, корней меньше, чем листика. Вот этот, наверное, тоже сниму. Вот этот. Сейчас уже снимать так снимать. Давай. О, тоже корни. Корнюшечки, видите? Не могли пробиться. Так как я срезала, эти пойдут теперь в рост. Раскуклятся и пробьются. Пойдут в рост. Все, больше я снимать у нее ничего не буду. Посмотрите, какие корешочки остались. Видите? Тут я, получается, срезала все сухое. Вот, видите? Это все я выброшу. Вот один корешочек зацепила хороший. Но я его не заметила, случайно срезала. Мне его жалко, конечно. Он тут у основания был засохший, но тут раскуклился. Очень жалко этот корешочек.
Ну ничего, срезала так срезала, что уже говорить бедать. Смотрите, какая красота получается. Эта орхидейка пойдет себе и пойдет. Главное за ней правильно ухаживать. Теперь взяли ее с пончик, обработать, повытирать. Мыть я не буду, потому что я не люблю. Начинает потом влажность туда-туда попала в разные места. Она тоже была покусана трипсом. И начинает болеть эта орхидейка. Видите, вот этот лист весь покусанный конкретно. Я ее чуть-чуть повытираю, посажу, а потом вытру еще раз попозже. Я так чуть-чуть для виду, чтобы ей придать внешний вид. Вон какая грязная, видите. Но пыль, она везде есть. А летом я выношу свои орхидеи на улицу. Вот такая корневая система, очень хорошая. Смотрите, в этот же горшочек, который мама была, он не пропечатан. Нет, не написано, что это кристалл. Я ее обратно ставлю в этот же горшочек. Листики расправляю, все. И засыпаю керамзитом. Никаких субстратов я не люблю. У меня все орхидеи растут в керамзите. Он у меня меленький. Смотрите, какой красивый. Я его кипятком залила. Он постоял, остыл. Затем полоснула водичкой холодной. Пыль с него вытер, ну, вышла. Вот видите, как прекрасно орхидейка посажена. И засыпаю керамзитом. И у меня орхидеи растут. И им все прекрасно нравится. Никакой, как говорят, от того, что керамзит остывает, там орхидейки мёрзнут, ничего, девочки. На подоконнике стоят без подсветки, без ничего. Орхидеям все нравится, все хорошо. И керамзит мне, по-моему, кажется, самое лучшее для орхидеи. Орхидея вообще же не питается ни с коры, ни с чего. Она просто держится своими корнями. Вот такая посадочка была. Кристалл. Будем наблюдать за этой орхидейкой, за ее дальнейшим, как она будет себя чувствовать. Я вам сейчас буду показывать, рассказывать. Вот, кристалл белый беглип. Вот я вставляю, чтобы вы знали, какого числа пересадка, когда появится новый листочек, как поливать. Я ее буду поливать через несколько дней. Я свежие корни не обрезала, так как я ничем не обрабатываю. Если я повреждаю какой-то свежий корешочек, допустим, мне надо его наполовину убрать, тогда я обрабатываю перекисью водород. А так ничем не обрабатываю. Вот такая вот орхидеечка с мощными корнями. Смотрите, когда я буду ее поливать, я сниму видео и покажу, как я буду поливать, чем, удобрением или водой, или стимуляторами роста. Это все я буду показывать и все рассказывать. А на этом все. Заканчиваю свое видео. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал и оставайтесь вместе со мной. Чао!